Здравствуйте всем. Мы сегодня обзор карты про механизмы. Вот. С вами Диджей Слизень. Подписывайтесь. Просто. Да, так. Ну сейчас. Начинаем. Поехали. Так, сейчас стоп. Подождите. Пригласите игроков. Ну, игрока опять. Угу. Так. Вот. Это у нас как бы раздатчик брони. Цветной брони. Это первый механизм. Так. Ну, я хочу себе. Так, вот этот шлем. Потом вот это вот. Потом что у нас? Ну, белые штаны. И, ну, красные и оранжевые. Вот так. Так, сейчас. А вот, сейчас подождать надо немножко. Сейчас. Вот. Вот. Броня. Вот. Следующий механизм – это кодовый замок. Вот. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Все, вот так открылась дверь. Вот. Следующий у нас. Это ферма големов. Ну, то есть железо там и всякого такого. Вот, надо выключить. Вот. Следующее у нас. Это эпик ферма. Так вот нажимаем, и все так уничтожает. Вот так вот. Здесь собирается у нас. Вот видите. Вот так вот. Даже одна пшеница вон вылетела. Так. Ну, вот. Остановим ее пока. Это у нас телепортатор вещей. Вот, например, таблички. Ты здесь стоишь, такой чек. Все должно появиться вот тут. Все. Вот это у нас еще один кодовый замок. Наверное, вот так. Точно не помню. Сейчас. Так, так. Так и так. Так и вот. Нет? Ну, я не разобрался, что да как тут. Это у нас ферма еды. Вот сюда кладем, ну, например, коровку. Тут куча коровок. Так, и вот здесь будет мясо. Сейчас надо подождать немножко. И вот они зажигаются тут. Сейчас. Вот, кожа пошла. Мы выключим. Так, следующее у нас идет. Это вот это. Еще один какой-то замок. А, это. Это типа. Сейчас, подождите, одену броню. О, как я буду выглядеть. Модно, стильно. Так. Это как бы карточка. Берем, туда кладем карточку и еще таблички. Чик. Все, да? Да. Сейчас еще. Ну вот, и открыто, и там можно закрыть дверь. О. Ну ладно. Следующим у нас идет вот это.
как бы раздатчик вещей. Ну вот, например, на железо. Подождем. И вот. Или там изумрудный блок. Подождем. Так и стоим. Оп! И изумрудный блок. О как. Так, следующий у нас идет вот это. По моему мнению, самое крутое, что тут только есть. Смотрите. Берем. Сюда кладем блоки. Все. И они куда-то разложились. Так, точно не знаю. Вот. Сюда. По-моему, у нас таких блоков нет даже. Да? Походу они... Да, они в самом... Ну, то, что мусор. Типа даже чего тут нету, например. Например, возьмем там золотое яблоко. Зачарованное золотое яблоко. Кладем сюда. И все. И вот здесь вот алмаз там или листочки. Сюда кладем. Хоп, хоп. И еще сюда. Вот это. И у нас там сортируется. По-моему. Так, вот здесь уже золотые яблоки. А здесь, походу, мусор, да? Бежим. Так, вот. Здесь алмазики. Один алмазик куда-то пропал. Интересно, куда же... Нет, ну если не тут, то тогда получается только вот здесь. Ну да. Так, следующий механизм у нас. Идет вот этот. Сейчас. Это еще одна. Еще надо дверь взять. Интересно, если мы кинем туда алмазик. Откроется дверь. И яблочко. А-а, дверь-то не откроется. Только листочками. И еще один листочек. А, да, я взял один, да? И вот этот. И все. Ой. Открылась дверь. Все. Так. Следующим у нас идет вот это. Это Тинти-пушка. Сейчас. Далеко. Так. Следующий у нас идет вторая Тинти-пушка. Уже покруче. Сразу много зарядов. Во, как далеко. Так, это у нас идет типа обмен. Эмеральды. Например. Ой. Так. Эмеральды и... Ой. Золотые яблоки. Вот так вот. Да все хватит. Это у нас стреляет. Вот, например, нажмем и огненные стрелы. Так. Так. И все. Всем пока.